полицейский автомобиль, пожарная машина, аварийная машина газовой службы, автомобиль скорой медицинской помощи, снегоуборочный автомобиль, грузовая машина. Это легковой полицейский автомобиль, предназначенный для передвижения по городским дорогам. Давайте сделаем из нее такую машину, которая смогла бы ездить по любым дорогам. Сначала заменим колеса. Переднее большое колесо, специальные пружины, заднее большое колесо. Кажется, чего-то не хватает. Ну, конечно же! Большой и высокой кабины. У нас получился настоящий внедорожник с большими колесами, которому не страшны ни ямы, ни кочки, и он может передвигаться по любым дорогам. А теперь совет от рыжего ежика. Ребята, в течение дня совершайте как можно больше хороших и добрых поступков. Например, помочь бабушке донести сумку или выкинуть мусор в отведенное для этого место. Да и много чего можно сделать. Напишите в комментариях, какой хороший поступок вы сегодня сделали. Щелкни на картинку, чтобы посмотреть следующее видео. И не забудь подписаться на наш канал.